Какие птицы величавые, а? Лебедь, ты прекрасен. Индоутка, ты чудесна. По-моему, это индоутка, да? А? Невероятная красота сегодня в Лазаревском. Посмотрите, море, напоминающее фильм «Солярис». Помните, такие длинные продолжительные волны. Мы же сегодня находимся в уникальном месте. Курорт в курорте. Лазаревская. Посмотрите, какая коса замечательная. Там, вдали, уже проехал поезд. Ну, а мы же начнем свой обзор с качества воды. Смотрим. У нас самолет был 5.35. Из Домодедово. А в 5.30 летит самолет Москва, Грозный. Ну, эти парни симпатичные, черненькие, с бородками. Они прям сразу перед нами. Так долго задержалась очередь, а мы следующие. Он говорит, ну я, в принципе, могу это и в салон взять. Я из того прислушался, что... А у него оказался там автомат просто. Автомат, а он так это спокойно говорит, да, у меня там автомат. Ну что вы смеетесь? Автомат. А говорит, не волнуйтесь, патроны у меня отдельно, они там же. Ручную кладь. Да не, ну вы серьезно сейчас? Я шучу. Я работаю в управлении МЧС. На самом деле это озеро дивное, и вот в нашем телеграм-чате, где туристы помогают туристам, отвечают на вопросы, делятся своим опытом, спрашивали, где отдохнуть на озере в Лазаревском. Здесь, я так понимаю, купаться нельзя, да, девушка? Нет. Вот купаться девушка запретила, но озеро действительно полноценное озеро, я думаю, даже и рыба здесь водится. Выхода в купаться, я не знаю, выход ли то, вот что я вижу впереди. Но тем не менее, вот сцена есть. А как это ваше заведение называется? Давайте я вас интригуем. Как? Пастернак. Еще раз, Пастернак? Да. А, Пастернак. Они... Значит, это у нас дивный туристический комплекс. И что это такое? Да, как оздоровительный комплекс. Так же, как и комплексный отель. Вот, опять же, ресторан относится к этому дивному. А, вот так и вот. И куча столовая есть. Вот так. То есть эти корпуса, они вот так вот вокруг озера раскиданы, да? Озеленение, Отдыхать с ребенком, что растения подписаны, что если будет интересно, не просто можно посмотреть, но и запомнить название, в школе это пригодится. Домики очень хорошие. Мы живем в домике большом, номер у нас приличный и добротный такой. Все не то, что необходимо есть. Кондиционер нормально работает? Да, быстро даже охлаждает. Более чем. И кондиционер, и ванной с полной наполняемостью, полотенце белое вообще просто стерильное. Замечательно. И голубые. Самое главное, сколько стоит, вы мне скажите? Нормально. Мы дешево не отдыхаем. Ну, это отлично звучит, но для кого-то и 10 тысяч. Понятно. Ну, в общем, 150 на 10 дней. 150 на 10 дней, это включая питание, правильно? Питание, да, проживание. А почему у вас гостей нету? Ну, в основном ближе к вечеру, после шести все, да. Потому что у нас здесь начинается живая музыка. Ага. По вторникам саксофон, как раз сегодня. Во сколько будет? 8. Я не дождусь, но с удовольствием угощусь чем-нибудь у вас. Давайте. Короче, люди идут с пляжа Чайка. Мы же идем на пляж Чайка. Время 5:30 вечера. Народа по-прежнему много. Хотя, как было здесь днем, я не знаю. Но, по моему представлению, достаточно. Что мне нравится, что береговая линия достаточно широкая. И можно не толпиться, даже если ты отдыхаешь без лежака, найти себе место. Тут такая коса интересная. Посмотрите, немножко другая атмосфера. Каждому свое. Вот на нашем канале вы увидите обзоры всех достопримечательностей Лазаревского. Место, где можно останавливаться, соответственно, на вкус и цвет. Друзья мои, выбирайте, что вам больше нравится. Мы же будем показывать вам все, как оно есть. А вот где мы находимся? Вот это же, это вроде бы и Лазаревская, да. Но не Лазаревская. Лазаревская. Ну, Лазаревская, но вас хрен найдешь, честно говоря. Не только рестораны, вообще вот сюда... Это как-то чудо называется, как эта местность называется. Вот есть Солоники, понятно, Солоники. А вы кто? Дивное озеро. Дивное озеро? Да. В общем, дивное озеро, действительно дивное. Потому что здесь все особенно. И пляжи у вас широкие, я заметил, да? Да. Круто. Там у вас спа-центр есть, я слышал. Да. Хоть про посещение спа-центра? Нет, конечно, нет. Они дают на 500 рублей типа скидку за влекалочку. Ну, ребят, массаж, который у нас можно сделать. Юр, да? Который я папе дарил на 23 февраля, потому что уже ума не хватает, что дарить. Вот, это 3 массажа можно за эти деньги сделать. Очень дорого, поэтому нам этот спа как шел, так и ехал. Ну вот, видите, вот
Было бы логично, если бы не включали посещение СПА, конечно, потому что... Банька тоже, самая бочка кедровая. Я хотела вчера сходить, чтобы пошел. А, но только все-таки это включено, да? Нет, а, это отдельно, да? А включено бювет. Ага. А с минеральной водой латвийской. Вот мы как раз попили водички для пищеварения всего, нет, чего только... Сделаю. Мы находимся на Дивном озере, в ресторане... Чтобы точно не забыть. Пастернак. Уж точно не забуду. Кстати, вот смотрите, цены в ресторане Пастернак, чтобы вот кто-то будет выбирать. В основном 500 рублей блюдо стоит, да? Ну, у нас не очень дорого. Угу. Ну, давайте, вот салат Цезарь, знаете, салат Цезарь с курицей стоит 420 рублей. Вот. По вечерам играет саксофон, и есть какое-то шоу, я так понимаю, да? Но мне нравится вот больше всего атмосфера этого озера, конечно. После 6 у нас начинается живая музыка, также у нас будет дискотека. Каждый день у нас какая-то шоу-программа есть. Также вот можно посмотреть, будет стиль 90-х программа. Просто латинские танцы будут у нас тоже вечером 8 часов. Виктория молодец, знает весь репертуар. Все включено. Но если вы говорите, что вы вот такие бывалые, но мы дотягиваем здесь до Турции или еще все-таки? Да нет, конечно. Нет, да? Но вот мы это говорим, вот... в Сосновой Роще, Минджике, это посильнее нет. Будет. Посильнее? Конечно. Там. Замечательное место, вот прям реально, посмотрите, как это выглядит. А я думаю, что вечером здесь будет народ, просто я пришел в то время, когда люди на пляже. Смотрите, лебедь, чудо-лебедь белый плавает на озере Дивное, и вот еще куропатка прям пролетела на ваших глазах. Очень крутые кадры. Посильнее. Сосновая роща, ребят, это Сосновая роща сравнивает, да, значит, только в цене. Неделя в Сосновой роще, месяц в Турции. Но там действительно это все. Ну, один элементарный пример, на территории джакузи стоит, на территории прям джакузи, садись и принимай прям тут. Офигенно, да. Вот, не считая там по питанию. Вы знаете, мы были 10 дней, мы обычно 10-12 дней бываем. Вы знаете, мы даже половину не попробовали, что там есть. Вообще из того, что выпечки какой-то там. Ну, все, я имею в виду. Нет, кормежка это не самое главное, но и далеко не последний вариант. Не, ну еда это одно из составляющих. Круче Сосновой рощи, по-моему, нигде не были. И, ну, она ее сравнивает вот даже вот просто в интернете, когда забейте, Геленджик, Сосновая роща. Турция один в один. Но в Геленджике неделю, а в Турции месяц. Ну что, салат рукколы с креветкой выглядит ровным счетом таким образом. Есть гренки, есть даже креветки. Есть листья рукколы, есть помидоры. Сейчас будем пробовать. Ну, вполне. Помидоры хорошие. Креветки тоже. Официантка прелесть, поэтому все здесь хорошо. По поводу моря в Геленджике, что вы скажете? Многие ругаются. Папа недоволен. Там же у них бухта. Почему там чистая? Бухта. Ну, а как она может быть чистая? Здесь, ну, мы попадали всегда в море. Нам самое главное, чтобы был спуск нормальный. Мы же с ребенком. Для Черного моря, Ланриское, отсутствие масла, отсутствие мусора, то, что радует непременно, когда ты находишься в воде, это тоже хочется отметить. Я в камеру не буду показывать людей, но я скажу, что вот это сдают по 5000, если в феврале, и 7500, если вы сейчас приезжаете, получаете. Получаете, в принципе, ничего, я так понимаю. Кондиционер-то есть там в номере? Кондиционер хорошо, что есть. Ну вот, видите, разница. Мне кажется, лучше туристическую базу, вот эту вот, которую женщина рассказывала, снять. Там хотя бы платишь деньги, получаешь, что происходит. Ну, платишь и получаешь, соответственно. А здесь что ты получаешь? Халупу такую вот за 7500 рублей. Это как ситуация может получиться. Мы там Шитова Роща ездили в Абхазию. Очень хорошая. Ну, очень. Территория. Ну, там, конечно, природа. Там пятизвездочные, можно сказать, по сравнению с здесь. Нет, ну надо, ну, не там надо. Все хорошо. Вот в море перед нами впадает холодная речка. И уже отдых. Все море, портит. У нас ребенок портит. Там простыл. Холодно, понимаете? Такие моменты, падает, да? Уже но самый... сводит аж от воды. То есть а у нас ума не хватило, мы ленивые. Я предлагала пойти погулять, у них как там получается. Река горная, она ледяная. Но самое интересное, там мы с местными разговаривали, говорим, как узнать, когда будет шторм. Они говорят, когда барашки появятся? Будет? Нет, это были барашки, это мы в Абхазии были на холодной речке. А это в Самшитовой роще, когда будет шторм. Это значит, когда море... В другую сторону, то есть теплое море, значит, на следующий день будет шторм. Знаете, в каждом месте по-своему свои плюсы и минусы, и говорить хватает. Нет, здесь здорово. Я говорить ничего не хочу. Не знаю. Самое главное, здесь очень немного народу.
Да, вы знаете, немного. Вот сейчас в Лазаревском на центральном пляже и да. набережной. А не пройти, не поехать. Несколько бассейнов, и детей маленьких, и взрослых, то есть я купаюсь. А это на территории там, да? Да, да, да. Да, кстати, удивительно. Вот, нет, мы второй день, мы до бури не дошли. Офигеть, да? Офигеть. Да, посмотри, такой грациозный лебедь плывет там. Вот утята вдалеке его тоже куда-то плывут в другую сторону. Вот еще одна какая-то уточка плывет. Ну, очень здорово, действительно дивное место. Дивное озеро, дивное место. Мы, в общем-то, спрашивали озеро сегодня в нашем чате. Отвечаем, показываем, все для вас. Короче, место курорта, получается, обзор ресторана Пастернак. Но это невозможно не обозревать, точнее, не включить ни камеру, потому что, посмотрите, как приносят, да, грамотно все это выглядит. И вот так вот греночки раз, и должно быть очень вкусно. Угу. Очень вкусно, и вот реально видно, что прям только-только вот его приготовили. То есть максимально свежайший куриный суп. Вот это загар, я понимаю. Дети тоже при деле. Я вас рекламирую. Значит, обед в Пастернаке с кофе прекрасным, прекрасным бульоном и салатом 1150 рублей. Виктория обалденно обслуживала сервис. Гениальный. Виктория, скажите что-нибудь туристам, что им ждать здесь и вообще на курорте? У нас есть замечательная шоу-программа, в которой также вы получите море удовольствий. У нас замечательная кухня. Я надеюсь, вам все понравится. Мне вы точно понравилось. Вас. Ага, спасибо. Времени спустя уже столики наполняются людьми, ну и, соответственно, и вас ждут здесь, когда вы приедете на курорт Лазаревское. Ну, даже здесь есть зона детских развлечений, детские горки, батуты, в аренду можно взять велосипед, самокат, какую-то машинку, поиграть в аэрохоккей, покататься на паровозике, посмотреть на фонтан. Из позитивного, значит, здесь есть где фотографироваться, да? Слушайте, а вот вы такие вот нарядные. Можно вам вопрос задать? Вот как вам это место? Потому что оно выделяется. Тут шикарное озеро, дивное. Есть здесь ресторан Пастернак, мне понравился. А вообще, вот вы сюда приезжаете, это первый ваш приезд здесь? Да, или? Первый. Ну и как вам? Ну, я не очень довольна. А чем недовольна, хорошо? Единственное, что хорошо, что море рядом, а так? А может быть, вы в неудачном месте просто остановились? Вы там люди переплатили за номер. Неудачный отель, да. Ага, ну вот, да. Не так, как было на люди приехали ночью, короче, и с них взяли 7 тысяч. Я спросил рядом, прям один в один. Они уже платят 3. Ну вот, понимаете как. А вы сколько платите? Мы приехали вообще, на фотках было одно, приехали совсем другое. По цене то же самое. Бронировали по одной, приехали, пришлось все-таки доплачивать. Да, разводы жилья в Лазаревском по жилью. А вообще, вот как впечатление, давно приехали? Уже неделю. Неделю здесь, да? Но не было желания поменять, там, переехать как-то? Конечно. Саму местность, да нет, мы как-то выглядели нормально, в принципе, в общем, неплохо, море чистое, пляж неплохой. Море здесь чистое, согласен. Единственное, что расстроил отель, а так все, в общем, все хорошо. Угу. А вообще выбираетесь отсюда на колесо обозрения кататься, там как воздух? Ага. На колесе обозрения были, ага. Но не катались, но еще доедем до туда. Угу. А в Сочи выбирались на Эмеретинку? Пока нет, угу. Мы еще здесь еще будем неделю, поэтому у нас еще все впереди, а вообще планируем. Ну, хорошего вам отдыха. Спасибо, что вы дали правильную информацию, людям полезную, точнее. Ну вот, друзья мои, очередной развод по жилью. Поэтому, если вы хотите забронировать жилье и не переплатить, остановиться в том месте, которое вам подойдет, во-первых, смотрите видео на канале. Достаточно правильные обзоры делаются и честные. А во-вторых, бронируйте тоже у нас жилье, мы подскажем варианты, и вас точно не кинут. Вы точно не переплатите, и вот это 100%. Все. А вот, смотрите, какая красивая собачка. Это порода акита идет. Очень нарядная. Вот, смотрите, интересно, отель здесь с бассейном есть. Как он называется? А, это пансионат Чайка. Пансионат Чайка. Ой, а вы здесь работаете, да? А не сориентируйте по стоимости номеров у вас? Это не ко мне, это к администратору. То есть плюс-минус даже не знаете, да? Понял. Вообще бассейн есть, это хорошо. А? Вот номер телефона. Ага, ну, в общем, кому нужно, тут вот как раз высветился. Спасибо. Ну, слушайте, я думаю, что я вам все показал. Отличное озеро, отличные рестораны, вообще всю эту местность. И разные люди, разные номера. Думаю, что обзор получился, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.